нами время. Между нами это день и ночь, сила притяжения. Между тобой и мной мы идем навстречу, по ненарисованной прямой нашего движения к свету любви земной. Даже самый долгий путь совсем не бесконечен. Ты ждешь меня давно. Встретимся, я знаю. Просто так устроена любовь в этом мире странном, кем-то придумана. Даже самый долгий путь совсем не бесконечен. Знаю, что когда-нибудь тебя я встречу. Я по небу звездам уйду, звезды в темноте меня ведут, и далекий появление этой группы на нашей сцене, но отнюдь не первое появление девушек на этой сцене. Итак, Алена Малиновская, Женя Тримасова. Жень, когда ты первый раз появилась на этой сцене? Сколько тебе было лет? Мне было 9 лет. 9 лет. Это было 10 или 9,5 лет назад, да? Да, 10 лет назад. 10 лет назад Женя Тримасова выступала на этой сцене. А как в дальнейшем складывалась у тебя судьба? Я-то знаю, но расскажи телезрителям и зрителям. После «Утренней звезды»? Как после? У меня такое ощущение, что мы все... Каждый год мы здесь, да, выступали, постоянно приходили сюда. Мы поступили с Аленой Малиновской в училище эстрадно-джазовое. Уже закончили его. И сейчас собираемся поступать на театральное. Так, Женя Тримасова, аплодисменты Женечке. Алена? Я на «Утренней звезде» выступала, когда мне было 10 лет. А что ты пела тогда? Что я пела? Я помню, пела «Синдбад-мореход». Ну, можешь вспомнить что-нибудь? «Синдбад-мореход, странник мой, Синдбад-мореход, возвращайся домой».
Сколько тебе было лет? 10. 10 лет. Это было 10 лет назад. Ну, 9,5. Спасибо вам, девочки. Удачи. Я очень рад, что эта сцена помогла вам.